Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Realme Nara Zone 61. И сейчас я покажу вам, как включить и настроить мобильную точку доступа. Итак, свайпаем вниз, ищем здесь точку доступа. Находим и, нажимая на нее, можем ее включать и выключать. Если зажмем на ней пальчик, перейдем в настройки. Здесь мы можем добавить название, изменить название точки доступа, изменить защиту, пароль. Также можем автоматически выключать точку доступа, если никто к нам не подключается. Можем изменить диапазон частот Wi-Fi и скрывать SSID, и также включить расширенную совместимость. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.